Так, Тоха, ты ближняя скидка. Как обычно, Тоха. Серег, вперед, не бегаем только сильно. Они вышли, да? Оставайся. Или нет, сейчас разбег. Нет, а, разбег. У них один часа. Все, играем. Да. Нет, сука, вылетел слева, у них еще, наверное, выйдут. Выходит, выходит. По одному? По одному, да. Сейчас победим, так повылетим. Приглашает. Вроде как. Пять. Не с тобой по-английски вообще? Угу. Так, ну надо личку выигрывать и все. Главная задача. Типа победу ничью. Главное, не ничья проёб и не два проёба. Проебем его матч тебе в отставку. Ча? Проебем его матч тебе в отставку. Если два проебем. Да, да. Я все сделал для этого. Не, Серег, Серег, ты проверил, что? Все, и сам будете. Серег, встречай. Вынос нам. Ухо страховать. Да блин. Да, у меня двое. Быстро. Проебали там. Дожди, не спеши. Давай. Блядь, вот, сука, выноси ты, ёбаный пидорас, блядь. Не выбрасывайте столько, фланг, Диман. Не выбрасывайтесь. Давай, Дима. Они он переводики любят. Да блин. Иди, иди, Давид. А ты куда идти-то? Это не заброс, мой блин. Фланг, смотрите. По игрокам. Не выбрасывайте, все. Ждите пас. Everyone who loves us, been with us on the come up. I will never give up, I will not forgive us. So we don't need a big breath, we don't need a quick breath. I just wanna get up, I just wanna get it, bro. I could never get enough, no, I could never get enough. I'm ready for the come up, I'm ready for the love, yeah. I will never give up, no, I will never give up. Yeah, it's where to go, yeah. I see the top, yeah, and I'ma stop.
Хорош, Олег. Подожди, дай мы разберемся. А, блять, он же не слышит нас. Stay focused, you know this, and show them exactly what you made of. Keep open, you're chosen to be someone better in motion. Not coasting, and you know it, don't blow it, yeah. Live with no regrets and no debts to the life, 'cause you only get the one time. Better live it right, better live your life. Better live it right, better live your life. One life, only one life, yeah. So do it just right, do it just right, yeah. Стас, край, успевай. Ух. Хорош. Что такое, офсайд? Видимо. Да. Давид, к флангу иди туда. Гребняк сужает тоже уже. С удара. Хорош. Хорош. Фланг, фланг, туда. Чуть-чуть ниже опустились. Выиграть. Все, не выбрасывайтесь. А вы давай. Полы. Забросом. Ты не успел, он ёбаш. Да, блин. Я думал, тебе даст. Давид, не до дачу смотри, бот, всегда. Да я иди не на дачу, он всегда близко дает. Хорош. Стас, край, край. Гремяк сам. Вот, блядь. Хорош пуф поймал, блядь. Там офсайд, наверное, был, да? Опять офсайд, блядь. Флангу туда. Хорош. Под собой доведешь. Блять. Стас, нас край, край. Выбрасывайтесь, позиция. Ток, в принципе, когда успеваешь, можешь в линию с нами садиться. Потому что треугольник, треугольником трудно это обороняться. Лучше в линию. Планк. Давид, побыстрее давай. В него, в него, в него. Да, блин. Проебали опять игрока. Бля, он меня накрыл, сука. Олег, не спеши, блядь, только. That she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie.
lucky. Says she thinks I'm funny. Think I might get lucky. Spending too much money. She says she wants my. В принципе, ничего. Вот, просто два вот раза проебали. 47. За ботом еще с этим, блин, что-то как-то понятно, ты бегаешь. Да там бот-то ни при чем, блять, в обоих голах. Я пошел на подачу, я его оставил. Бот наш проебал. У них на самом деле неудобная для нас схема. Да схема у нас ЦПшников все равно нет, Стас. Тут схема-то у нас только в центре. Обычно 2 ЦП, 1 ЦОП, а здесь наоборот. Ну, атака у нас сегодня ясен хуй слабая, блядь. В первом моменте я прям, не знаю, он выскочил. Не, там у вас просто только первый у тебя, Стас. Второй-то там уже Жекин. Тохи даю, короче. Да можешь мне, в принципе, какая разница. Хорош. Уже закинуть-то сразу. Я закину, блядь. Хорош. Блять. Ёбаный в рот, блять. Аргентинцы, блять. Давай сразу ближку, уже побегай. Куда пошла? Я хуй. Низ, наверное. Добегаем, добегаем назад, на рывке, блять. Все, по позиции. Аккуратно здесь. Фангу хуярь. Фангу. Не его Серёга совещает. Один фланг, один, блядь, Диман, центр надо было закрыть. Аккуратно. Давида ищите. Да быстрее, блин. Ты, блядь, скажи, Серёг. Ой, блядь, Серёг, Давид. Серёга, мяч получил, скажи, на ход, блядь, кидайте. Да, перед ним ставят, не видит. Ну, на мониторе не было видно. По мини-карте не все успевают ориентироваться. Давай. Быстрее, Диман, быстрее. Не дадут развернуться. Хорош. Хорош. Пойди. Пойдет. Блять, отворот. Да, ты ударил. Двойной рикошет. Фанги. Попробуй. Хорош. Да, и принимай, блядь. По зонам, Давид, иди в него. Остальные по зонам идите. Ноги вы. Это в ноги было, просто пошло по гребнику. Сейчас пробуй. Смотри, Дальку. Ну какой удар, ну Давид. Трек центр. Добежим, добежим здесь сами. Хорош. Блин, как будто. По игрокам игра. Там привязка хуёво пошла.
Давай. Диман, сужай уже, Диман. Нам стоять нет смысла. Давид, там будь. Даю там, кто, блядь. Давай. Диман, добегай центр. Ну, блядь, ты раньше должен перекрывать вот этот пас. Игрока там не надо держать задним. Полы лев, блядь. По позициям. Да сука, чё не перехватывает? Потому что пробежал, Давид. Противоход дал. Хорош. Пробуй, блядь. Хорош. Давайте еще одну, блядь. Сейчас чуть-чуть повыше играем, крайние защитники с нападающими. Только толпой не бегите, блядь, по одному нахуй. По зонам встали, чуть-чуть поджали. Только так. Пока по зонам не встали, отходимся. Аккуратно. Так, шека дальняя. Давид, быстрее назад. Бери он игрока, вон, этого, на 11 метров. Опа. Ага, Давид, хорош. Убегаем. Давай, тут. Фланг. Меня. Хорош. Стоп. Блять, сука, успел. Давай дальку сейчас, дальку. Джека. Давай еще. Блять. По игрокам, назад отбегаем. Диман, добегай вот этого. Стас ближнего. Тоха дальнего пробуй. Короче, Олег, давай ударом. Олег, на 90. Олег, не слышишь, но. Оставь, Жек! Да блин, блять, что он сделал? Да я говорю, оставь тебе, ёпта, у тебя видно, что ты... Он сразу тянул, у тебя хуйня пошла. Да это... Женка, ебать ты, пидор, нахуй. Я в центр давал кому-то уже. Реально все сделал, чтоб проебали, но в натуре, нахуй. Да я в центр давал. Последнее, блядь. Что ты там делал вообще? Подожди, тихо. Скрины там... А, пух, записывает. ЛТ, РТ зажал, это группа Б сейчас? Да, Давид, ну блять, ну ты чё? Нет, на ходу удобнее было принять. У них сало сыграли. Второй тайм получше сыграть. Ну они просто подсели, конечно, донор ведут. Бля, ну вот, все равно. Да вот-то, блядь, нихуя он не виноват. Да все, блин, понимаешь, он двигается, да, и начинаешь дергаться, блядь, и... Да вы играете, как играете. Не надо на бота там сильно. Ну он не так играет, как мы играем. Мы выше поднимаемся. Но он выдвигается, стоит. Он если выдвигается, а зон вот за сойки. Такие вещи надо наказывать. Пиздёшь, Давид, убей. Давид, тебя помолчи, блядь. Если бот выходит с позиции, тогда вы на его позицию там пух сужает там или Жека выдвигается. А он низко очень играет. У меня часто бывала ситуация, когда между двумя игроками и тому далеко, и тому, кто... Ну здесь только ближнего. Ваня, поставь нашу схему с цопом. У нас два цопа, блядь. Кто нахуй? Ты мне ЦПшника играть или чё, блядь? Или фри Серёге нахуй ЦПшника, блядь? Да, Серёге фри на ЦП, ты на цопа. Играй спокойно, Давид, блядь. Да блин, это хуёвое вообще.
Ты-то можешь на ЦП сыграть, он универсальный. Слушай, вообще надо, ЦАПе может сыграть. Да не может он на ЦАПе играть, блядь. Это тебе кажется. Человек вообще, блядь, играет нахуй раз в месяц, блядь, сейчас. Вы его на самом хотите. Я смотрел Ultimate Team, вот он в Weekend League 24 победы, 25 одержал. Он очень сильный да игрок. Да он охуенно играет, блин. Он очень сильный игрок. В Касане быстро играет. Просто у нас капитан. Да, да, да. Схему меняй. Так. Скинул название их команды, тебе приглашать будешь. Не так, что они очень хорошо играли. А, да там все голы наши были. Ну да. У них что, навес фланга и больше ничего. Ну да, два навеса проебали и все. Да. А по факту знают, откуда вешать. Знают, как вешать. Они наши. Да, если честно, Ваня, Дима, ты встал на позицию или что? Да, я говорю, вы с фри слишком высоко играете для опорников. Вы с Антохой. Что мы нормально играем, блядь, что вы куда? Бля, я тебе серьезно говорю. Вань, ты всегда в нашем поле оставайся. Кто-нибудь хотя бы играйте, блядь, спокойно, ёпта. Да, блядь, потому что вы не успеваете, вы бегаете обратно, и там одна защита остается, ни одного опорника. Куда, блядь? Мы вообще, я вообще в атаку не бегаю, блядь. Ну, сейчас покажи. Ты, блядь, вон запись будет, покажешь мне, куда я там в атаку бегал, блядь. Серега, сейчас спросите, он смотрит. Он нам разрулит. Я, блядь, дальше, нахуй, второй, третий поле, блядь, не забегал, нахуй, даже. Только на угловые, блядь. Все, давайте, игра, потом. Внимательнее в защите. Ну, второй гол там вообще хуйня полная, блядь. Если первый там сдвоили, если первый у Стаса сдвоили, блядь, то второй вообще нас там ни о чем. Хорош, хорош. Спокойно. Успею. Да супер, долго. Я уже подбежал к тебе на пас. Он ближку открыл. Давай дальку. Блять. Давай ближку сразу, Жека. Я еще бежать не успел. Блять, не прыгнул, сука. Давай, Серег. Фланг только, фланг. Блять, Серег, я тебе. Бля, не сразу. Блять, ну че он его не сбил нам? Аккуратно здесь, блядь. Пасом, с выносом. Я тебе дал. Ну там, да. Ты был ближний, я тебе дал. Ну, я бы все равно потерял, нахуй. Да, ну я да, блядь, даю по грибнику, нахуй. Хорошо. Под себя и смотри, Тоха. Хорошо. Блять. В небе вкатил Тоха. Давиду желтую, блять. Захуёвый пас. И удар, точнее. Фланги, смотрите, по флангам могут выносить. О! Да сука! Да. Вид, ну ё-моё, давай, соберись. Чё там было, блять? Разыграл прям в ноги Давиду, блядь, и Давид проебался. Играем, спокойненько. Стас, пробуй. Быстро назад все. Жека дальнюю. Давид, 11 метров игрока. Не девятку мне, вот того бери, 36-й там. 10-й пиздюк какой-то. Ну смотри зону и все. Вон, с Давидом поменялись, да, передали и все. Вышли. Навес. Хорошо.
свободно. Я же, смотри, сейчас будет перед тобой, блядь. Ну плохо, блин. Спокойно, блядь. Диман, страхуй Стаса. Диман, не надо там игрока этого держать. Ну что ты его держишь, зачем? Куда мне Стаса, бля? Я справа в фланге играю. Ну если ты там... А, это Гребняк был, бля. Ну тупи, собери. Гребняк, не надо того этого защитника держать. Ты должен страховать Стаса, вдвоем встречать. Да. Хорошо. Фланг, фланг, топ. Диман, добегай, блядь. Блядь, Диман, это Гребняк, блин. Хорош бот. Сразу. Я давал, давал, Давид. Он там подкатился, всё, хорошо. Оставляй, оставляй. Нихуя, блядь, давай. Навесом, навесом по флангу. Тупо по... Блять, по Гребняк, навесом. Не надо торчить. Олег. Хорошо. По зонам сели. Хорош, Серег. Не убрасывайте. Гребняк в зону. Перевод. Хорош, топ. Давиду. Даже не потянул. Зря, блядь, прям в него. Как ты там развернулся хотел? Хорошо, кати, кати его. Хорошо. По зонам, по зонам. Право. Погребника, жди, жди. Не, не, Стас, погребника бы подождал. Стас, назад, все, все, все. Да, не, да. Не, Давид, мне бы дал. Да не, давал нормально. Да мне там никак было не принято. Не, погребняк не успел, а я... Ну, я под опеку. Хорош. Давай, давай, того вводить. Подожди. Фланги смотрим, вынос может. Гребняк. Стас, фланг. Да блин, чёрт. Надо было мощный, сука, тебе дать, блядь. Нахуй. Я спалил. Да я знаю. Да я тоже спалил, блядь. Слева заберите одного. По игрокам, да. Забегание, смотрим. Жека. Хорош. Выиграть. Хорошо. Контра 45. Стас, подожди, Стас. Кто там? Нормально, только забивать бы.
Не успел, нет? Нет. Ну нормально, момент. Самый опасный. У нас, блин, три момента было. Да ничего, все уже сыграли? Нет, в перерыв второй тайм. Сейчас один затолкаем, главное не пропустить хуйню какую-нибудь опять. Давид, мы тебе верим, давай. Мы играем-то лучше, они вообще ничего не могут. Давид, ты молодой, дарование РЛКПЛ или этого? Давид, давай забей, на тебя вообще человек пришел посмотреть на стрим. Ты, Давид, как я в нападении, 24-й. Сейчас мы, по-моему, разыграем. Не спеши. Антохин, на Антоху давай. Пиздёшь, убейте, не спеши. А, он стоит. Да давай я закину. Вон, давайте-то удачи. Давай. Там ссылка на стрим есть. Хорошо, скидка. Фланг. Да там, в принципе, все правильно, но, сука. Я-то вообще на ворота. Ну тебе там никак нет, только если Давид как-нибудь там мог дать. Вот от Давида я и ждал. Блять. Давид бы у нас не играл, если бы он такие пасы давал. Вот, блять, успевай, сука. Блять, что такое, свисток стрёмный был. Не, а свисток короткий был, чего, блядь. Не, он не бежал, сиди. Не, там главное свисток короткий. Когда пенку он, сука, свистит, как, блядь. Давид, ну забегай заранее. У тебя, блядь, третий или четвертый уже за второй матч, и ты не успеваешь. Диман, не вертись только здесь. Хорош. Давид, под меня давай. Да давай, рани. Оставить. Вешать не умеете, блин. Ты, блядь, на сыну бежал, куда не вешать? Оставил. О, блядь, я иду на. Ну, похуй. Так. Я близко, наверное. Да, нахуй. Еще вешаем. Блять, Давиду, сука, пошла, блять. Надо было отпустить, Давид. Если любит, отпусти. Если любишь, отпусти. Смотрим, заброс за спину. А всю пошла. Серег, а там вот. Давид опять в офсайде, Давид как? Давид, ну как в офсайде? Ну я не понимаю. Идет вынос, как? Я не понимаю, как так можно. Сука прошла, блядь. Добегай, поднимай. Хорошо. Давида есть. Бля, заряд в центр. Вынос. Хорош, пух. Давид есть. Хорошо. Алло, рев, блядь. Не спеши. Так, давай этот. Диман, иди под стенку, Диман. Пух, отойди чуть-чуть назад, чтобы закидку сделать на нас. Давай, Диман, пух. Через ЛБ, пух, можно? Пух. Нет, пух, заброс просто на Дарью, на Жеку. Через РП. Заброс был? Да. Надо было два тогда, блядь. Сели быстро на. План. Все хорошо. Иди тупо фланг. С навеса давай. Все, борьба туда. Фланг дальше. Хорошо. Бля, давал. Блять, еще и отрезал. Прием ебаный. Вот, сука, фали, блять. Не будет он фалить. Но он может, я его драчу, он иногда подкатывает. Да, сука, он сам упал.
Блять, опять у меня, сука. По линии штрафной стоим. Дальку, блять. Жек, не ебите там Азбу. Ну, выйдем, пробудем. Да, не надо. Погребняк, подбор, смотри. По игрокам разберите. Стас, иди тоже подбор. Там они 3 в 3. Все, по позициям. Быстрее, быстрее, быстрее. Стас, подожди, не забегай еще пока. Блять, он навес будет. Хуила, блять. Просто контра намечалась, я был ближе. Да она, видишь, контра, блять, они через раз обрезаются. Диман, твой выбегающий. Стас, стой вот здесь вот. По мячу играй. Выиграй. Хорошо. Паузу, паузу. Все, давай. Фланг, фланг. Да никто не забегает, блин. Я по центру забегал. По позициям смотрим. Хорош, Серег. Пух, не беги назад, пух. Этот, вперед не надо бежать, не неситесь. Стас тоже. Зацепись, хорошо. Второй темп с ним. Пробей. Пойдем. Давай, давай. Хорош. Сели, сели, сели. Вот, сука. Вынос. Хорошо. Назад, 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 бежим. Внимательнее сейчас. Хорош, топ. Беги, беги, беги. Фланг. Хорош. Вперед. Идет, сука, не успею. Сейчас пробуй. По флангу только. Я сломан. Блять. Сломан? Все, уже сломан. Все, оставить. А, их мяч. Сюда можно, можно поджать по игрокам. Смотрите, ложные. Не дальние. Сейчас Серега выиграет. Вверх, Стас. Да, блин, ну как-то далеко. Блять, Полина. Фух, пробуй успевай. Аккуратно только, аккуратно, блядь. Хорошо. Хорошо. О, нихуя себе ты выбил, блядь. Ебать, блядь. Да Давид, блядь, ты ебанутый, ты что ли? Блядь, ну что за хуйня? Ой, блядь. Пиздец, ну цирк ебаный, блядь. Не спеши, нахуй. Ебаный в рот, оставь, Стас, сейчас. Какая комбинейшн, блядь? Чё, бретение? Да не надо. Куда, блин? Да. Речка. Подбор главное. Все, назад, назад быстрее. Блять, они уже не спешат. Блять, ну как нас привязка была, блядь. По зонам, сели. Фланги. Нажал сразу. Беги, беги, Диман, через фланг только. Флангового игрока закроют. Вынос. Хорош. Назад.
блять. Сорян, парни. Нет тебе прощения. Ремняк, а ты без второго дыхания? Второе дыхание было, но отключилось. Что, отключилось? Включилось. А, включилось. Так мы же все равно сейчас не продолжаем. Нет, ну, я просто так мало сил, я думал, может, без второго. Не-не, я же носил вперед-назад. Не, ну все правильно, да. Второе дыхание включилось на 80. А сколько команд? Руки. Еще один тур будет. Давид, а ты не знаешь, что ли, как, ну, Лига Европы играется, как реальная? Ну, не знаю, как компьютерная такая будет. Там все то же самое, как в ЛЧ, только групп больше на 4 штуки, все. Ну, у нас вообще тут все то же самое. Расходим? Ну, да. Первый тур, один выигрыш и ничья, да? Можно, да, поиграть, кстати.